Вот продолжается день сегодня, 8 июля 2018 года. Вот идем от обеда. Вот он у нас новокрещен Ездра. Потому что мы сейчас не в лагере. Только сидят у них. Дома лечишь уж. Сейчас садится рано еще. Мы сейчас поблагодарим Господа Бога. Потом пошли маленько по беседу. Вон вчера где были на карте. Ты делаешь? Да, да, да. Вовнутрь. Что ты молитву там? Тебя видишь? Нет. Беседа же. А там около лагеря, вон тоже видно крест еще. Возвышенный. Не разрушил. На меня сильно нападают в интернете, очень сильно. Угрозы через администрацию закрыть ресурсы. Помолиться надо, чтобы Господь закрыл нас. Потому что сокровища несметные. Вот те годы мы приезжали сюда, а вот где вот рядом второй дом, там он, крыша, видать, это Володин дом. Вот здесь Никита был, это мой брат Павел был. И тут я вырос. Ну, это другой дом. И когда приезжали люди, руководство, а мы приехали, уже не было. И они нас искали по полям. А зачем искали? Ну, вы приезжаете, что тут есть? Милиция приезжает, утром милиция. Слышали, тут где-то недалеко лагерь, а лагерь никакого нет. Сбежал преступник, никто не сбегал. И он, может быть, у вас тут, я говорю, он, значит, узнал, где Потеряевка, и теперь шел по лагам, по горам найти Потеряевку, и мы его спрятали. Милиция на полном серьезе. Так вы не видели? Хотел сказать, да вы первый преступник тут пришел, который нам. Ничего же не сказали. Хорошие люди приезжали, разные были, но Господь умудрял, что делать. Однажды пророчицы, дочери пророчицы, куражечки всегда снимайте на молитве. Кто хочет помолиться, своими словами выразить благодарение Богу. Так, долой оттуда. Не наклоняться ничего, на молитву стали. Ездра будешь? Стали. Направо мужчина, налево женщина. Здесь у нас лежит сюда его. Здесь молитва слова. Видите, как что-то мы ее разровняли, она была вот этих двух. Так. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мы будем молиться с воздеянием рук. Не бойтесь, поднимайте руки. Господи, хвала Тебе за милость, которую оказал нам на этом месте. Столько лет Ты хранил нас и защищал от недобрых людей, от зверей, от насекомых. Хвала Тебе. Благослови и сохрани это место. Господи, пролей милость на врагов наших, на правителей, на патриархов. Даруй всем духовное рождение. И нас, Господи, соблюди, приезжающих и отъезжающих. Милость Твоя велика, хвала Тебе. Ты умер за нас, Господи, пролил пречистую кровь свою. Мы дети Твои, славы Тебе. Благослови каждого из нас. Матерей по воспитанию детей и отцов. Благослови, Господи. Мысли направь к горнему. Чтобы язык наш постоянно воспевал славу Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Говори, Господи, слушай, раб Твой, и соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши молитву всех святых, молящихся о нас, и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Аминь.
Аллилуйя.